Традиционно для макияжа губ мы используем карандаш и помаду, хотя это очень взаимозаменяемые элементы. Мы можем выполнить макияж губ как с помощью только карандаша, так с помощью только помады, либо соединяя эти оба инструмента. Однако важное правило, которое вы должны учесть, мы всегда подбираем цвет карандаша под цвет помады. Те времена, когда контрастный карандаш идет по контуру губ, уже остались в далеких 90-х, и, пожалуйста, не используйте сейчас такую технику. Берем карандаш, приближенный к оттенку губ, наносим его на галочку над верхней губой, рисуя здесь воображаемую букву X. Это поможет вам соблюсти пропорции и сделать контур ровным. Точно так же под этой галочкой мы рисуем здесь линию, и дальше уже от нее мы идем к уголкам губ. Если вы хотите увеличить немножечко губы, то вы можете немножко заходить за контур естественный губ, но не увлекайтесь этим, потому что если переборщить, это всегда заметно. От галочки над верхней губой мы прокрашиваем контур губ по направлению к уголкам, осторожно. Если у вас карандаш яркий, не телесного цвета, вы можете закрасить всю поверхность губ карандашом. Это будет тоже вариант макияжа губ, достаточно стойкий. После того, как мы нанесли карандаш, мы можем наносить помаду. Карандаш служит нам подложкой, своеобразным фундаментом, который не позволит помаде съехать за край губ и повысит ее стойкость. В нашей модели очень пухлые губы, но если вам не хватает губам объема, вы можете использовать такой прием, как светлый блик, нанесенный в центр губ. Он визуально добавит вашим губам объем. Это может быть как светлый консилер, так и капелька блеска.